Взяли пас, полицейский, раз, два. Погоня началась. Ограда, трамплин и... Да, посмотри, что происходит. Шестерка улетела вообще в воду. Wow. Привет, ребята! Вы на канале Горишный Груши, и сегодня мы нашли в GTA пас! И не просто пас, а... Экскурсионный. Да. Так, нужно подойти к тете, гиду, и купить у нее билет. Да. На, послушай, что он... А ну-ка, послушай. Что она нам говорит. Ого! Так. Класс! Так... Мы сели в пас, ребята! Да ладно! На самую заднюю, смотри, ряд. Так, ну и что тут? Ну, всякие окрестности, да? Но нам-то нужен сам пас. Извини! Да! Для видео! Да! Для съема блокбастером! Забираем у тебя пас, извини! Стой, стой, да, стой, извини. Стой, стой! Стой, 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 дружок! Придется освободить местечко. Что сейчас начнется? Да? Да. Так, там еще, смотри, выбежала одна пассажирка. Так, ну что, что, давай, заводись, что не заводишься-то? Что он сделал, нас подтолкнул? Тем самым он вызвали, короче, полицию за то, что мы взяли этот пас. Ну, все, погоня началась, поехали! Вот это вид, так. Погоня началась, подрезает полиция нас. Ребята! Воооо! Мы врезались в какой-то... В Chicken Cheetos. Да, Chicken Cheetos. С дороги, ребята, с дороги. Смотрите, вид с вертолета даже есть. Вот это да. Да. Пас еле есть. Дед! Дедушка, извини. Надо смотреть. Так, что тут там? Полицейский участок. Раз. Два. Ну все, теперь нас точно догонит. Мы сбили полицейские машины. Смотри, да. Еще и шестерки. Начинает подрезать. Уходим, лево. Опять право, лево, право, не уйти от них, еле едет пас. Ты видел, они друг друга. Вот это было вообще отлично. О, да, ребята, две шестерочки и одна полицейская американская машина. Так, куда уходим? Уходим. Ну что ж ты прямо под колеса-то лезешь? Уходим на автостраду, ребята. Вау. А на автостраде, как мы знаем, что? Трамплин. Точно. О, какая... И мы сейчас попробуем избавиться от некоторых полицейских с помощью какие трамплина. Пробки, ребята. Пробки за нас как раз. О. А нам туда наверх, смотри, обрыв. Ай, один подрезает, второй подрезает. Что? Да у нас разгона нету. Мы не сможем прыгнуть без разгона. Посмотри, что делает. Нет, ребята, не выехать нам на этот трамплин. Никак. Но. Что такое? Что? Обкружили нас. Все. Еще раз пробуем. С этого же места. Взяли пас, полицейский. Раз. Два. Погоня началась. Да? Да, поехали. И поехали сразу туда, на авто сразу. О! Таранит. Ну, на этот раз получится у нас. Главное, чтобы спереди не было никаких машин, чтобы нам не мешали, да? Да. Ну что, попробуем туда прыгнуть. Чтоб за нами машина. Ой, не получилось. А этот уедет? И второй. Две машины улетело туда, ребята. Там что-то происходит, по-моему, да? Да. Мы уходим. А этот черный, смотри, нас таранит. Это что, за полицию тоже? Смотри. На черной машине тоже нас таранят, он за полицию похож. Это, наверное, детектив, у него своя машина, он нас подрезать начинает. Да, это детектив. Детектив, но у него не полицейская тачка, а своя, оперативная. И он вообще не дает ни лево, ни право, смотри, как подставляется. Ни лево, ни право не дает нам. О, нет, ребята! Шестерка приехала без зада. Что за бред? Смотри, у него разбит. Что это? Зад разбит, он такой резкий, смотри, резкий. Я не понимаю, как такое возможно? Как он ездит-то с таким задом? Я не понимаю, у него уже колесо сломается. Смотри, вот там за грузовиком есть обрыв. И мы туда не раз съезжали. Давай-ка кого-нибудь туда. Давай. Вау. Мы его скинули, этого оперативника. Да, ребята, у нас получилось. Теперь патрульную машину туда же. Давай.
Нет, она повисла. Она выезжает. Нет, ребята. Еще разок. Не получается. Все, уходим отсюда. Что ж такое-то? Не можем мы его столкнуть. Ну, того там детектива мы скинули. Ну да, ну детектив теперь внизу, он внизу. Все, поехали дальше. Он все уже, он внизу. За нами все равно три машины патрульные. Шестерка со всей силы, у него уже капота нету. Едем дальше, там трамплин будет. Вот это будет самое интересное, да, сейчас. Мы их опять ведем туда, на самый большой трамплин. А вот он. Это будет жестко. Жестко. Ограда, трамплин и... На пазике мы еще не прыгали в этом месте, ребята. Ох, как он приземляется. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это жестко было. Быстрее разворачиваемся, уходим отсюда. Так, полиция нас догоняет, нет? Они со всей... Что они творят вообще? Что они творят? Уходим, ведем их туда. Где наша шестерка? Смотри, шестерка вдалеке. Ну вот обрывчик. Ну вот обрывчик, ребята, все. Давай, давай, за нами, полиция, да! Посмотри, что происходит. Шестерка улетела вообще в воду. Уа, получи! Он в воду улетел, посмотри, вон он валяется. Что происходит? Так себе и надо. Он вообще улетел туда, туда еще ни одна машина не ездила. Куда-то, да. Кто это? Он выплыл, выплыл полицейский, выплыл, посмотри. Вау. Ну ладно, главное, что не пострадал. Дарья. Еще раз в этом месте надо. Нам недостаточно одной шестерки. Да. Нам нужно еще патрульную. Да, теперь мы едем. Так, теперь опа, вы, смотри, полиция. Теперь вы, гаврики, на патрульных машинах. Теперь да, ваша очередь. Да, вот так мы, гаврики. Сколько их там? Всего пока один. Он мешает, мешает она нам. Смотри, он мешает, не пройти. Вот смотри, как подрезает. Лево-право, лево-право. Он прям мешает нам. И второй подъехал такой же. Посмотри. И мы сразу направо уходим. Обманули их. Да. Ну давайте, ребята, за нами. Кто? Кто полетит с нами в обрыв? Да. Вид с вертолета. И вот он, обрыв. Давай. Две тачки свалилось. Нет? Одна? Одна только, ребята. Автобус-то встанет на колеса? Встал. Слушай, нам пора от него избавляться. Да. Для этого у нас есть канистра с горючим. Сейчас мы встанем и избавимся от этого автобуса, потому что у него уже колесо не крутится. Давай, давай, поджигай. Давай, все, ребят. Все, ребята. Он загорелся. Полицейские встали. Это убегаем отсюда. Это получается огнемет. Это уже не огнемет, это горящий пас, ребята. Этот пас сейчас сгорит весь. Там, по-моему, всех накрыло, ребята. И нас тоже. Да. Ну что, по-моему, пас прошел испытание, потому что мы его сами сожгли. Да. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Горишные Груши и не забудьте сходить на мой инстаграм. Приключения продолжаются.